Из записей в камерфурьерском журнале за июнь 1762 года. 2 числа, в среду, ничего особливого не происходило. 3 числа, в четверток, ничего особливого не происходило. Свои очень любопытные автобиографические записки Екатерина начинает с такого философского вступления, где она размышляет о том, что такое счастье. И пишет следующее. «Счастье не так слепо, как часто об этом думают люди. Часто оно бывает следствием длинного ряда точных и верных поступков, которые не замечают обычно люди, и завершается событием». Ну, пока остановимся и скажем вот что. Ну, это, конечно, рационалист, который полагает, что жизнь можно выстроить в определенную линию и добиться успеха, если ты совершаешь точные и верные поступки, которые как бы неизвестны окружающим. Вторая фраза свидетельствует вот еще о чем. Что она строит, видит свою жизнь, обращаясь назад, как вот эти выверенные поступки, которые она все совершенно правильно делала, и пришла вот к этому самому событию. Какое же событие? А то, что она оказалась на русском троне, не имея к этому решительно никаких оснований. Ну и завершает она это вступление, говорит, и вот два поразительных примера. Петр III и Екатерина II, а точнее наоборот, она пишет Екатерина II и Петр III. Сразу ставя себя на первое место, а его на второе. Почему? Потому что по ее мысли Петр III не совершил этого длинного ряда точных и верных поступков, а она вот совершила. Я думаю, она сильно заблуждается. Во-первых, здесь виден наивный рационализм. Она и была рационалистом. При всем при том, что она искренне разыгрывала глубоко верующего православного человека, хотя религиозность она была по-своеобразному, она, тем не менее, подобно французским энциклопедистам, которых она так любит, она полагалась на разум. Но она, конечно, преувеличила по многим причинам. Первое, не было такого долгого ряда точных и верных поступков. Во многом все совершалось случайно. Она становится женой племянника Елизаветы Петровны, потому что именно Елизавете Петровне, которая была женщина немножко взбалмошная, но далеко не глупая, вот, ей приходит в голову мысль сразу после воцарения совершенно справедливая. Она бездетна, она не замужем, и поэтому нужен наследник. Пока не будет наследника, уверенности и твердости в ее позиции не будет. Елизавета вспомнила о племяннике. Карл Петр Ульрих, сын старшей дочери Петра I Анны и герцога Галштинского, родился в феврале 1728 года. Мать вскоре умерла, а отец свел образование юного принца к муштре и шагистике. Воспитание мальчика было поручено галштинским офицерам, и основы его составили воинский устав, ружейные приемы и искусство пить вино. В начале 1742 года по приказанию императрицы Елизаветы Карла Петра перевезли в Россию, окрестили по православному обряду, назвали Петром Федоровичем и объявили наследником престола. Елизавета Петровна находит ему невесту и зовут эту принцессу София Фредерика Августа. Ее отец закончил рыцарскую академию военную в Берлине. Ну, а что касается ее матери, то она была в два раза моложе своего мужа, она была очень родовита, подчеркнем, она была в родстве почти со всеми дворами Европы. Екатерина происходит, так скажем, из очень приличного семейства. Ну, а когда иронизируют над ней, над тем, что она, видите ли, это княжна, эта ирония, конечно, имеет основание. Любой хороший пензенский помещик улыбнулся бы, когда узнал, сколько земли у ангольцерской принцессы. Ну, конечно, да, у этого помещика земли, может быть, и больше было, но она все-таки из очень хорошего рода. На прощание Христиан Август вручил дочери памятную записку, в которой заклинал ее сохранять верность лютеранской религии, подчиняться Богу, императрице и будущему мужу.
советовал не ввязываться в придворные и правительственные интриги, аккуратно вести свои дела, избегать крупной карточной игры, ни с кем не вступать в дружеские отношения и быть со всеми сдержанной. Как не любила София Августа своего отца, фактически ни одного из его наставлений она не выполнила. Большой дворец уже при Петре начинает расширять. Ну, точнее, верхние палаты. Они малы, явно не соответствуют задаче большой резиденции императора. И расширяет за счет деревянных пристроек, галерей, павильонов, люстгаузов на концах этих галерей. И вот эти постоянные попытки увеличить верхние палаты, превратить их действительно в большой дворец, продолжается до Растрелли. Растрелли, кстати говоря, поначалу тоже предлагает расширить дворец за счет деревянных флигелей. Деревянные, они дешевые, их можно сделать в Петербурге. Вот что и сделали. Собрали старые срубы, подогнали их по тем размерам, которые дал архитектор. И там, в гавани, в Петербурге, погрузили на баржи и отправили в Петергоф. Подрядчик некий Суровцев привозит их в Петергоф, разгружает на пристани. И вот здесь они долгое время лежат без применения. Дело в том, что параллельно с перевозкой этих срубов Растрелли убеждает Елизавету, что без конца расширять Большой дворец за счет деревянных пристроек, которые быстро сгнивают, приходят в ветхое состояние, не следует. Надо, наконец, решиться и раскошелиться, что называется. Выделить из казны средства на каменное строение. И ему удается убедить Елизавету Петровну. Но каменное строение возводится и здесь, у Монплезира. А деревянные срубы уже лежат, их привезли. Они не находят применения там, наверху, в верхних палатах. Что же с ними делать? И вот здесь Растрелли достаточно остроумно предлагает каменному строению, которое, кстати, получило тогда название «Новый каменный флигель», пристроить деревянные галереи. Вот те самые, которые привезли из Петербурга. Их собирают, пристраивают с западной стороны, и вот складывается этот комплекс монплезирских зданий, которые получат потом название Екатерининского корпуса. В этом здании почти 15 лет, каждое лето, жила будущая императрица Великая Екатерина II. Нужно сказать, что жалование великой княгини положили маленькое. Ну, скажем, 30 тысяч рублей в год. Но если канцлер получал в год 400 тысяч рублей, то разница очевидна. И денег ей постоянно не хватало. Потому что она действительно делала подарки. Она заискивала перед гвардией, она крестила детей гвардейцев. Она беседовала со всеми старушками на балах, с которыми никто не хотел беседовать, потому что их занудливые разговоры все об одном и том же всех бы утомили. Но она всегда была вежливой, всегда угождала, а уж подарков сделала столько, что никаких денег, которые ей отпускали, на эти подарки не хватало. И тогда она находит способ. Способ достаточно простой и, в общем, распространенный. Она берет в долг у послов тех стран, которые нуждаются в какой-то поддержке. И тут очень интересно, что она неоднократно прибегает к материальной помощи английского посла. Открытой ненависти и неприязни у Петра не было к Екатерине, и жизнь их, в общем, была терпима. Но все меняется, когда Петр становится императором. Став императором, он почувствовал свою силу, и его неприязненное отношение к Екатерине в последний год усиливается. Причин тому, конечно, очень много. Во всяком случае, на одном из торжественных приемов, в присутствии большого количества гостей, он ее вслух называет дурой.
Ну, нужно сказать, что мораль здесь такова, что даже император не всегда имеет право обращаться грубо со своей женой. Это, конечно, запомнит Екатерина. Запомнит надолго. Вспоминая о своем браке, Екатерина писала: «Мне казалось, что я годилась для чего-нибудь другого. Но, желая стать императрицей, она сохраняла в тайне странности своего мужа, боясь, чтобы его не признали недостойным престола». После рождения сына Екатерина переменила мнение и начала обнаруживать всю нелепость своего мужа столь же тщательно, сколь раньше старалась ее таить. Она вознамерилась доставить корону сыну Павлу и пользоваться правом регентства. Этого можно было добиться двумя способами. Если бы Петр Федорович был лишен права престола наследия или, став императором, отрекся от престола. Здесь с юга примыкает крыльцо каменное, поднявшись по ступеням которого, можно войти в Екатерининский корпус и дальше отправиться к двери, которая сегодня ведет в никуда, которая сейчас открывается просто в пустоту, когда-то вела в деревянные галереи Растрель, которые привезены были сюда из Петербурга и устроены ловко. Им они были довольно сложного плана, с небольшими внутренними двориками, и Растрелли не был бы Растрелли, если бы эти деревянные комнаты не были богато украшены. По скудным сведениям документальным, мы тем не менее знаем, что эти комнаты имели деревянную резьбу, позолоту, хорошие обивки стен из шелков. К сожалению, это просуществовало недолго, ибо неотапливаемые галереи зимой, сырость, которая сопутствует всем зданиям, находящимся на кромке моря, привела к тому, что обои обветшали, осыпалась позолота, и в скорости, уже при Екатерине, их нещадно уничтожали, заменяя более простыми отделками, а в конце XIX века подавляющее большинство шелковых обоев сменили просто бумажные обои. И тем не менее, память о том, что это постройка елизаветинская, что здесь обитала Екатерина, достаточно бережно сохранялась. Очень интересно, что эти помещения были частично жилыми, а частично даже носили странное название «чайный домик». То есть вот в тех торцовых комнатах, которые выходили на запад, были помещения общего пользования. Ну, а сами эти галереи были музеифицированы и весьма популярны до войны. В годы оккупации они погибли и сейчас подлежат восстановлению, точнее, реконструкции, как у нас принято говорить. То есть здесь придется их заново просто построить, эти срубы. Но еще раз повторяю, многие вещи из этой галереи сохранились. Сохранились фотографии, описания. Очень хорошие материалы, которые могут полностью воспроизвести ту картину, которая существовала здесь к моменту бегства Екатерины из Петергофа в Петербург. Существуют места, которые связаны с событиями, на долгие годы определившими судьбы народов. Именно такое место – деревянный флигель дворца Монплезир в Петергофе. Здесь ранним утром 28 июня 1762 года Алексей Орлов неожиданно появился в дверях и произнес слова, которые Екатерина запомнит на всю жизнь. «Надо немедленно ехать в Петербург. Все готово, чтобы провозгласить вас». Прозрачное летнее и очень красивое утро 1762 года. Вот из этих самых ворот будущая императрица Екатерина II выходит, где ждет ее, еще не ждет, но тем не менее она сядет в карету, и она отправится в Петербург на коронацию. Само это событие ровно через год изображает художник Кестнер на картине с очень длинным и сложным названием. «Отъезд из Петергофа императрицы Екатерины Алексеевны в день восшествия на престол». Как мы знаем, во всяком детективе случаются удивительные события, которые рассчитать невозможно. А тем более, что Екатерина имеет ум рационалистический, потому что карета с Алексеем Орловым пропала. Ее долго искали. И вот плохо одетая, сама Екатерина в записках пишет, что она не сделала туалета.
Одета она была кое-как, и искали вот эту карету весьма долго. Поэтому художник очень четко изобразил разных людей. Здесь даже кто-то с тачкой едет, разные совершенно необычные люди. Так оно, вероятно, и происходило на самом деле. Но надо полагать, что по совету Екатерины художник немножко изменил ракурс. Потому что церковь, которую мы видим Петра и Павла, она вынесена вот сюда в гораздо большей степени, чем видим мы ее. Но это я понимаю, мне кажется, я понимаю почему. Потому что Екатерина II, еще не будучи Екатериной, а будучи великой княгиней, она сразу поняла, как ей следует жить в России. То есть прежде всего принять православие, а затем соблюдать все, что положено, все обряды. Она подчеркивала свою богобоязненность, религиозность, свою православную сущность. И поэтому то, что сделал художник, наверное, было сделано по совету Екатерины. В первом манифесте императрицы Екатерины было сказано, что правление Петра III грозило неспровержением в России православной веры, поруганием отечественной славы через заключение мира с Пруссией, над которой только что перед тем русское оружие одержало верх, и разрушением всех внутренних порядков в государстве. И потому, говорилось в манифесте, для предотвращения всех таковых опасностей Екатерина вступила на престол, положившись на помощь Божию и видя к тому желание всех своих верноподданных. Поход, петергофский поход. Когда я думаю о нем, ведь это удивительно, это были молодые люди, люди, для которых... Для многих из них жизнь только еще начиналась. Ну, например, Орлова, это, ну, Владимиру было 18 лет, старшему из них 28, Григорий. Алексею Орлову чуть меньше. Молодые совершенно, впереди еще жизнь. Екатерина II, может быть, была самая старшая из них. Она в возрасте Иисуса Христа, 33 года. Ну, а, например, Екатерина Дашкова, та, которая оставила свои знаменитые записки, и которая была участником этого похода, кстати. Екатерина Дашкова, ей было 18 лет тогда. Ну вот, она делила тогда кровать с Екатериной II по дороге на Петергоф, когда они заночевали в Красненьком кабачке, в гостинице Красненького кабачка. Она очень интересно описывает начало этого похода. И так все было готово. Конь Бриллиант, знаменитый, любимый конь Екатерины, конь с красным седлом, расшитым ракальными золотыми орнаментами, готов, надо садиться. Екатерина начинает оглядываться, где же достать одежду, в которой можно было бы удобно совершить это путешествие до Петергофа, столь важное и столь ответственное. Надо было одеться в мужской костюм, да еще напомнить гвардейцам, которые ее поддержали, что она будет не просто соблюдать традиции старые, но и еще оденет их в те костюмы, которые восходят чуть не к петровскому времени, на которые давалось достаточно много сукна, что было чрезвычайно важно для людей, служивших тогда в Преображенском полку. И вот костюм Преображенского полка, где рядом Талызин по комплекции, по росту подходит, и она берет костюм Талызина, Талызин дает ей свою одежду, и она в костюме Талызина совершит этот поход. Ну, а дальше все было просто. В Петербурге Казанская церковь, происходит коронация, быстренько пишется обращение от Сената, и в этот день она становится императрицей. Петр III, нужно сказать, ведет себя более чем странно. Екатерина вечером в Ороненбауме была на празднике. И вечером же уехала сюда, в Петергоф. Ее увозят в Петербург. И тут доносят Петру III, что волнение в гвардии. Нужно сказать, что об этом ему доносили многократно. И однажды одного из доносчиков он даже наказал. Предупреждали, что гвардия неспокойна. Теперь же Петр III мчится сюда, снова в Петергоф. И что видит? И видит, что Екатерины нет. Что делать? При нем есть великолепный советник. Это Миних, фельдмаршал Миних. Пожилой, умный и решительный. Вариантов много. В частности, первый и самый рациональный. И я думаю, что если Петр III ему последовал, то могло бы быть все иначе. А именно, срочно мчаться в Петербург,
самому Петру Третьему и подавить этот бунт. Вот тут-то Петр Третий не решился. Он послал туда своих представителей, сам не поехал. Второй вариант тоже неплох, а именно ехать в Кронштадт. Потому что там войска, там матросы, которые, кстати, на стороне Петра Третьего, и здесь могло бы что-нибудь получиться. И что делает Петр Третий? Он устраивает обед. Пора пообедать. И они долго-долго обедают до 5 вечера. Наконец сообразил. Они поехали в Кронштадт, но уже поздно. В самом начале июля 1762 года фельдмаршал Миних мрачно пошутил, что ему еще не доводилось жить одновременно при 3 государях. Один сидит в Ропше, другой в Шлиссельбурге, а третья в Зимнем дворце. Летом 1764 года в Шлиссельбурге будет убит Иван Антонович, а Екатерина напишет Панину: «Провидение оказало мне очевидный знак своей милости, придав конец этому предприятию». Когда читаешь записки Екатерины, то очень много можно поставить в вину ее мужу, ставшему императором. Но вспомним тот краткий период его царствования. Всего 182 дня он был императором. А что сделал? Да, он принял указ о вольности дворянства. Это указ, который действительно определил на много-много лет вперед судьбу русского государства. Дело в том, что Петр I, введя вот эту страшную регламентацию и требуя, чтобы каждый дворянин служил, это был страшный указ, потому что на самом деле дворянин не был свободным человеком. Он в общем, конечно, не в такой степени, как крестьянин, но тоже был раб государства. А вот когда были вольности дворянства, то оказалось, что дворянин может служить, может не служить, может поехать себе в имение и заниматься хозяйством. Вот благодаря Петру Третьему и возникли вот те русские помещики, которые мы так хорошо знаем по русской литературе. Они могли заниматься тем, чем они занимаются. А кроме того, у тех, у кого были деньги, и они не особо много уделяли внимания хозяйственным заботам, они могли отдаваться искусству, литературе, читать и писать. Они свободные люди. Мало того, ведь при Петре Первом Петр Первый отправлял за границу тех, кого он считал нужным. Но просто так уехать было нельзя. Сейчас появилось право свободного выезда, и даже более того, русский дворянин мог устраиваться на службу для иностранных государств, что раньше при Петре Первом считалось чуть ли не изменой. А второе, что сделал Петр? Идея всеобщего сыска и доноса. Вот основа его государствования и вот эта страшная атмосфера страха, тайная канцелярия. Если на человека написан донос, и он попадает в эту канцелярию, а там его немножко вздернут на дыбу, прижгут каленым железом, он, конечно, расскажет все, что нужно следствию. И вот этот страх перед доносом, который жил у каждого, кто присутствовал, если учесть, что законов нет, и император может любого казнить и любого миловать. Вот эта атмосфера, гнетущая атмосфера в стране, после того, как Петр III уничтожает тайную канцелярию. Вот этот ужас всеобщий перед властью верховной, он становится мягче. Во всяком случае, эти законы были приняты. И Петра III можно помянуть и добрым словом, и это сделать вполне и вполне искренне. Людовик XVI, узнав о перевороте в России, заметил: такова судьба нации, в которой Петр I при всей своей гениальности отменил закон о престолонаследии, в результате чего каждый император может выбирать наследника по своему усмотрению. Из записей в Камерфурьерском журнале за 1762 год. 27 июня. Ничего особливого не происходило. Дальше записи обрываются до начала августа. 1 числа, то есть в четверток, Ея Императорское Величество изволило божественную литургию слушать в Дворцовой Церкви. Так в России началась эпоха Екатерины, которую назовут Золотым веком. Екатерины век, ее роскошный двор –
созвездие имен сопутников Фелицы, народной повести блестящие страницы, сановники, вожди, хор избранных певцов, глашатые побед Державин и Петров, все облекалось в жизнь, в движение и глаголы.